Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК и с вами я, Алекс Хилл. Ни для кого не секрет, что 27 марта выходит пятая часть Far Cry. По этому поводу я решил пройти для вас Far Cry 4, чтобы вспомнить, чем же она нас радовала, и затем сравнить и понять, чего добили за 4 года Ubisoft. Многие скажут, а как же Far Cry Primal? Ну я скажу просто, это не Far Cry. Да простят меня разработчики и все фанаты этой части. Так что усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Поехали! Аджай, сын мой! Моя последняя просьба. Верни меня к Лакшмане. Мистер Гейл, это Чет Питерсон из посольства США в Патне. Касательно вашего заявления на туристическую визу в Индию с дальнейшим посещением Керата. Мы можем только признать ваш статус гражданина США относительно вашего гражданства в Керате, у нас нет данных. Кроме того, я призываю вас воздержаться от поездок в Керат. У нас в Керате нет официального дипломатического представительства ввиду неспокойной террористической обстановки. Поскольку вы намереваетесь привезти с собой останки некой Ишвари Гирим, вам следует иметь при себе паспорт. Эй! Паспорт! Куда ты, мерзкая обезьяна? В чем дело? Я видал четкое задание. Задержать автобус. Да, а ты дебил. Ты все просрал. И я всегда точен в формулировках. Задержать. Расстрелять. Задержать. Расстрелять. Эти слова что? Похожи? Не по плану. Прости, не расслышал. Что? Не по плану, значит. Бесит, когда что-то идет не по плану. О! Тебе дали простое задание, а ты все испортил! А у меня теперь ботинки все в крови. Ладно, нет худа без добра. Хоть эти остались живы. Вставай.
Эти глаза я узнаю из тысячи. Прости, я не так представлял себе нашу встречу. Совсем не так. У нас делегация. Все заждались. Кстати, как тебя звать-то? А это кто? Твой дружочек? Он у тебя тихоня. Прекрасно. Мне так неудобно. Я планировал все совсем не так. Но что поделаешь, если... Если ты кормишь обезьян, а те кидаются дерьмом. Кстати, о, не поддержишь? Так, буквально секунду. Я хочу сделать... фото. Вот отличный кадр. Класс. Не беспокойся, мальчик мой. Вскоре все забудется. Нас ждут великие дела. Ведь я отложил все дела ради тебя. Мы с тобой оторвемся по полной! Should I stay or should I go? И передавай привет Эшли, когда поедешь домой. Надо сказать, у тебя тут весьма уютный уголок, Пол. Я ожидал больше цепей, стенаний, но... Думаю, где-то здесь есть темное местечко, где всего этого в избытке. Тебя выдает ухмылка в очередной раз, Дефлёр. Что? Давай, сними чертов мешок с его башки. Аджай, мне жаль, что все пошло так. Поверь, отнюдь не этого я хотел. Итак, еще дубль. Знакомство. Аджай Гейл, наш дорогой гость. Пол, радушный хозяин. И эта обезьянка, как зовут, увы, не знаю. И, наконец, я, Пейган Мин. Ты и правда меня не помнишь? Твоя мать что, совсем никогда обо мне не говорила? Ну, исправим это. Пол, дай денег. Да, сколько нужно? Все. Спасибо. Да, так вот. Так, вот это. С улыбкой. Это ты? Это я. А я порой сомневаюсь. А твоя мать? С другой стороны, понимала меня лучше всех. Знала меня, как никто другой. Воспоминания. Последний раз я видел Ишвари... лет 10 назад. Сказала, что любит. Женщины скажут тебе, что любят в тот же момент. Но мужчины не такие. Мужчины крепки задним умом. Только когда уже поздно. И когда твоя мать решила бежать в Штаты, прихватив и тебя, я винил только себя. А потом я понял... что я ни при чем. Нет. Все сраный золотой путь. Сучьи террористы разрушают все. Сиди. Тебя не учили, что слать смски за едой неприлично? Посмотрим. Дай телефон. Ребятки, это... А, проверить. А, со мной Аджай Гейл. Ой, как мило. На помощь. И этот СМС. Кто уже зовет на помощь СМС-ками? Надо было кричать. Сейчас мы с тобой над этим работаем. Ну же, зови. Зови на помощь. Помогите. Жалкая попытка. А ну, зови. Помогите. Давай всерьез. Помогите. На помощь. Адиафрагмы. На помощь. Послушай. Не. Друзья за тобой не придут. А ну, допросите его. Террористы. Ну, так, прошу,
Подожди меня здесь. Рекомендую, Рангун. Терпение. Я скоро вернусь. Юма, поболтаем. Так, ну что, друзья, не будем ждать мы его, наверное. Потому что стол вообще странный, конечно. Я это не ем. Давайте заберем, что-то деньги заберем, которые он здесь накидал. Пойдемте проверим все вокруг. И будем отсюда валить. Что за херня? Слушайте, там пытают нашего друга. И очень жестко, я так понимаю. Да, пытают, даже свет моргает. Так, что здесь? Это вы почитаете в мини-паузе. Так, что еще здесь хорошего? Где деньги? Где патроны? Где ствол? Суют какие-то бумажки. Детский рисунок. Нахрена мне детский рисунок, но деньги не помешают. Так, еще что-то. Памятка. Отлично. Деньги давайте. Опять детский рисунок. Послушайте, здесь какие-то действительно извращенцы живут. Резиновый шланг, детские рисунки, пытки. Надо валить отсюда. Я другой ориентации. Вот оно. Ладно. А ведь может быть нам хуже, да? Черт. Опа. Давай-ка повторим еще раз. Я должен быть уверен, что ты понял, чего я хочу. Итак, ты понимаешь, почему ты сейчас здесь? Супер. Вы золотой путь, негодяи, плохие парни. А я герой. И значит, не хочу делать тебе больно. Я хочу выслушать. Ты знаешь, все говорят, что я умею слушать. Держись, братан, скажи, держись. Мои друзья, что они задумали и когда? И обойдемся без... Дыши. Но мы знаем, что ты здесь шпионил. Откуда ты знаешь о Джай Гейла? И что Золотой Путь хочет от него? Приветик. Слушай, я на встрече не могу говорить. Да, у нас тут все непросто. У нас новый клиент, и я пока не уверен, что мы договоримся. Да, конечно, я перезвоню, как только закончу. Думаю, уже скоро. Как девочки? Да? Ну, отлично. Чмокни их от меня. И я тебя. Да-да. Все, пока. Знаешь, давно бы бросил все это. Но вот жена, она меня не поймет. Пару лет назад в компании начались проблемы. А мою работу стали отдавать на страны аутсорс. Вот. Вот сюда, например. И херась, я офисная крыса. Я. Но не жопа. Послали домой лечить нервы. И вот, жена на работе, дети в школе. А я что ни день сижу на диване и пялюсь в... зомбоящик. И тут я увидел его. Доктор Фил. Вы про него знаете? Доктор Фил. Это нечто. Так вот, он сказал, а я запомнил, потому что это засело мне в голову, что если я хочу стать счастливым, мне нужно найти правду в себе. Озарение. Я осознал, что мне нужно заниматься тем, что я умею и люблю. Увы, не принесла себе вот этим. Хорошо.
что сделать. Я стану лучше, самым лучше. Блин, я пройду полмира, чтобы выполнить свою работу. Я встал с дивана, я кормлю свою семью, я мужик, мать твою. Посмотри, я улыбаюсь. Я могу заниматься этим весь день. Так что, мать твою, давай. Откуда ты знаешь о Джае Гейла? Дыши. Черт. Так, ну что, друзья, по-моему, он наигрался. Наш друг без сознания. Пойдемте тогда сюда. О, черт! Аджай Гейл. Я Сабал. Из Золотого Пути. Золотой Путь? Мы друзья. Я знал твоего отца. Мы спасем тебя, сын Махана. А как же Дарпан? Для нас сейчас главное вытащить тебя отсюда любой ценой. Дарпан бы понял. Теперь пойдем. Прости, Дарпан, но так получилось. Блин, нас заметили. Туда! Быстро! Аджай, как только открою дверь, пригнись и беги к грузовику. И как можно быстрее. Понял? Да, я понял. Раз, два, быстрее ветра побегу. Побежали. Не высовывайся. Давайте виляем, 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 как зайцы. Давай, 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 давай. Вот наш транспорт. Гони, шеф, гони. Два счетчика плачу. Где пушка? Давай, 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 давай. Опа. А, держите, негодяя. Здесь безопасно? Сомневаюсь. Справа. Ты скотина. Где они, где они? Вот они. Перезарядка. Да что ж такое-то? Справа! Машина, чувак. О, черт. Походу, мы живы. Ну да. Аджай, слышишь меня? Водиле не повезло. Аджай Гейл, слышишь, нет? Прием. Слава Кире. Это Сабал. Где ты? Хрен знает. Дерьмо. Водитель мертв. Так, слушай сюда. Оглянись, где-то рядом должна быть вышка. Отправляйся к ней. Мы как раз туда пробиваемся. Идти к вышке? Понял. Ты справишься, Джей. Так, ну вышку я вижу. Пойдемте. Ищи. Опа, враги. Так, индикатор обнаружения. Бросить камень, отвлечь, присесть. Понятно. Давайте спрячемся в кустах. Может, он там прячется? За камень, кусты. Ладно, выходите. Вам нечего бояться. Мы хотим только поговорить. В
Выходите же! Ну! По крайней мере, у нас есть ножик. Точнее, мачете. Это что было? Это друг. Это просто жуткое недоразумение. Да это смерть твоя. Покажи! Автомат. Отлично, осталось двое. Все можно решить мирным путем. Так, а где? Вот, один. Я начинаю терять терпение. Ну! Держи. Так, давай, что у тебя есть хорошего? Так, остался один, друзья. Тихо. Надо к нему подкрасться как-нибудь незаметно. Стой, 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 так. Сейчас мимо кустов. Ты куда пошел? Опа! Чисто. Работаем дальше. Так, еще один. Больше ничего не услышишь. Так, ну а в этих постреляем. Отлично. Хедшот. Презерватив. Я только за безопасный секс. Тем более в азиатской стране. Алкоголь. Так, отлично. Пойдемте дальше. Вон, что-то блестит. Кыш отсюда, кыш. Мое. А, это труп животного. Олень. Снять шкуру, давай. Пригодится. О, приманка. Так, сделать приманку, селектор оружия. Так, приманить хищников, ясно. Он еще что-то поблескивает. Так, это тоже шкура. Мерзкие птицы. Так, а вот и враги. Где, друзья, они? А, вот они. Я найду тебя. Да я не прячусь, в принципе. Ну как, прячусь, конечно. Но не совсем. Так, бросьте приманку. Ну что, пусть их порвет дикий зверь. Он близко! Ищите! Медведь! Медведь! Берегись! Берегись! Да ладно! Мишаня, рви их! Рви, Мишаня, их! Так, минус один, я так понимаю. Так. Минус второй. Миша красавчик. А Мишу завалили? Нет. Миша еще жив. Мишаня, давай, 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 рви его. Так. Но нам тоже надо Мишу этого. Миша, прости. Прости, Миша. По-другому никак, братан. Так, давайте все, что у вас есть.
Миша, прости. Спасибо, друг. Я тебя не забуду. Положу шкуру в доме под ноги. Так. Опять презерватив. Слушайте, вот они буйные здесь. Пакетик. Ну, кто с презервативом, кто с пакетиком. Так, а вот там у нас тоже что-то есть. И, походу, это под водой. Точно. Сундук. Пластиковый слон. Нормально. Так. Можно здесь вылезти? А, хрен. Ладно, поплыли. Кыш отсюда, они еще не протухли. Так, дальше идем. Опа. А вон еще и покемоны. Ну-ка. Раз, два. Опа, киса. Киса. Покемоны. Вот еще один спит. Так, друзья. А что? О, броник. Хапаем броник. Обыскиваем сундук. Метательные ножи. Два метательных ножа. Отлично. Скрытное убийство нам гарантировано. Пусто. 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 О, а здесь можно залезть. Так, чем выше, тем лучше, я так понимаю. Так, А, ну мы поняли. Я думал, это бинокль. Ну ладно, да. Угу. Так. Так, этого покемона, я думаю, будем снимать с ножа. Что, в голову? Отлично, хедшот. Так, я так думаю, что нам нужно повредить клетку. Угу. Ну, чтобы нас не увидели, не... Хотя они, наверное, будут заняты. Давай, киса, хавай их. Давай, давай, киса. Вон еще двое осталось. Опа. Ну, друг. Отлично, друзья. Все как нельзя лучше сложилось. Природа мать нам помогла. Киса со всеми практически справилась. Так, давай сюда. Алкоголик, а? Так, а ты здесь лег в водичку, чтобы не протухнуть? Так. Так, давай тоже. Что у тебя есть? Да что ж такое, одни презервативы. Аптека, что ли? Это был барс. Отлично, шкура барса. Я повешу ее на стену и буду тебя, друг, вспоминать. Так, здесь есть еще какие-то ништяки. Вот он один блестит, ништяк. Так, где-то еще. Вон еще один, наверху. Отлично. Барабан с 3D-слайдами. Так, ну я больше здесь ничего не вижу ценного для нас. Погнали дальше.
Так. Вот она, вышка. Так, ну дороги я не вижу, сейчас посмотрим. Так, здесь водопад, скалы. А, вот и тропа. Так, так, так. Аджай, мальчик мой, ты занят? Я тебе не помешал? Чудесно. Ты превосходный слушатель. Знаешь, за крабовый рангун я не обижаюсь, о вкусах не спорят. Но тебя должно быть порадует, что мы казнили повара за профнепригодность и убили всю его семью. Ха, поверь, в следующий раз все будет иначе. Обещаю, больше не буду похищать звезд сраных кулинарных телешоу. Ату, ату, ну-ка. Ладно, наверное, нужно их загнать. Вы нам пригодитесь. Вы нам пригодитесь 100%. Не зря вас здесь так много. Так. Из вас 100% можно что-то сшить или сделать. Отлично. Так, все, да? Ну да. Так, нам на ту сторону. Так, друзья, есть тропа. Что-то она мне не нравится, ни хрена. Давайте, наверное, лучше перепрыгнем. Вот. Держись. Угу. Флажки какие-то. День рождения, что ли? Наверное, днюху кто-то справлял. Ты кто? Это друг. О, спасибо. Давай, 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 Джей. Честь приветствовать тебя, сын. Привет. Махана. Подумать только, сам сюда добрался. Сабал ждет тебя у башни. Башня. Ага, вот и башня. Так, ну пойдемте к Сабалу. Послушайте, какая красота, смотрите. Горы. Отлично. Хорошая погода, солнце. Для загара самое оно. Да? Да, местность просто шикарная. Ладно, бог с ним. Это все лирика, побежали. Так, здесь у нас какие-то ништяки, патроны. Так, нам сюда, наверное. А вот и Сабал. Аджай, добрался. Да. Молодец, сын Махан. Почему вы мне помогаете? Ты сын Махана Гейн. Может, ты и не знаешь, но втирать его почитают многие. Особенно в Золотом пути. Неужели эти парни ищут меня? Бэйкен Мин хочет вернуть тебя любой ценой. Проклятье! Люди Бэйкена выследили нас. Появится в любой момент. Так, ну тогда побежали наверх. Наверное, с вышки-то их мочить круче. Вот они! Где они? Минус один. Патроны быстро кончаются. За деревом. На тебе, гад. Вот еще один. Держи. Спокойно. Он труп. Вот они. Держите гранату. Вон они, бегут.
На, лови. Есть. Хедшот. Да что такое? Хватит прятаться за деревом. Граната. Лавина. Лавина. Укрытие. Ух. Спрячемся за колоколом. Ну, против лавины не попрешь. Друзья, мы опять живы. Это фарт. Это знак свыше. Что значит, мы все правильно делаем. И по-другому быть не может. Наша карма сильна. А ты крепкий орешек. А все то. Как вы нашли меня? Увидели вертолет Пейгана. Решили выяснить, что он делает здесь, на юге. Везунчик. Мы были тут, когда пришло СМС от Дарпана. Что ж, пришли. Это Банапур. Штаб Золотого Пути. Кто это? Где Дарпан? Ему не повезло. Это Аджай Гейл, сын Махана. Я правильно поняла? Дарпан мертв, да? А ты притащил его. Слушайте, я тут вообще не при делах, ясно? Я искал Лакшману. У нас тут война, мать ее. Нет времени на туристов. И что мне было делать? Бросить его там? Прости, брат. Амиту легко разозлить. Я поговорю с ней. А Лакшмана... Может быть, это храм или монастырь. Но тогда надо искать на севере. На севере вражеские земли. Сейчас тебе туда не попасть. Придешь позже. Как будешь готов, приходи. М? Так, друзья, это Банапур. Здесь, я так понимаю, лагерь повстанцев. Ну что, наверное, мы на сегодня закончим. В Золотой Путь прибыли свежие силы. Да, наверное, да. Я так думаю, что на этом месте будет прекрасно закончить сегодня. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока, с вами был Алекс Хилл.